это даже совет вот такого рода, что не несуйте свой поганый нос куда не нужно. Не надо отставать от группы, либо отходить поссать, как это обычно в фильмах происходит. Человек, мужик, ну мужику намного проще, он отходит отлить, пиздует 200-300 метров за вот то вон проклятое здоровенное дерево рядом с пещерой горного человека, где летучие мыши глазами сверкают. Вот там обрыв еще 500 метров, там водопад, там, блядь, тарзан, там армазан. И он там стоит, отливает. При том, что ты мог просто отойти за дерево, буквально 10 метров, и отлить. Ты и лагерь наблюдаешь, и тебя наблюдают. Нет, надо куда-то волочить свою жопу. Так не делается. И делать так нельзя. Это вот такой вот серьезный совет. Чем дальше вы от лагеря, тем больше вы проблем на свою жопу находите. И естественно, вот он стоит там, мочится, да? Стоит там, кузнечиков разглядывает, что-то там, цикады эти там где-то плавают какие-то. И он такой, раз, а там какая-то нора. Он туда руку, блядь, засунул. Оттяпали, блядь, чем-то там. Кто-то. Он орёт тогда. Потом прилетает еще вот так вот сверху какими-то когтями. Случайный какой-то там зверь проходил. И человека нету, минус один. Зачем так делать? Для меня это всегда было загадкой. Тупость фильмов, тупость людей. Поэтому не нужно. Не нужно, еще раз повторяюсь, лезть куда не надо. И тем более ворошить, блядь, дупло деревьев. Вы что хотите, чтобы вам там татуировку набили, я не знаю, в этом дупле? Там могут серьезные вещи случиться. Там может быть ядовитая скалопендра вот таких размеров. Там может быть, блядь, гнездо шершней. Меня 2 дня назад, к слову, шершень мочканул в голову. Я чуть не окстился, потому что это очень больно. Это крайне больно. По шкале Шмидта это 2х от 1 до 4, то есть измерение укусов насекомых, которые жалят именно, да, и сильней вот наших шершней мочат только какие-то там муравьи, там какие-то в джунглях обитают всевозможные, там арантропорлобусы, не выговоришь просто. Это очень больно. Если вот в это дупло просто лезете, ну, там может быть 20 шершней. Если они вас разом штрафанут в руку, все. Ну все, блядь, что ты туда лезешь? Это дикая тупость, вот просто дикая тупость. Не надо, вот просто. Надо что-то, отошел метров там 10-15, ну 50 метров, это потолок. И все. Там, писай, как, что хочешь там делать. Но не надо уходить куда-то, вот за ту гору, блядь. Просто не нужно. Это вот что касается отдаления от группы.